же петух, а сидишь, ну, как собака на заборе. Ну, для начала сойдет. Ну, и что же мне теперь делать? Ну, самое сложное у тебя позади. Теперь остались пустяки. Подзывай кур и давай ему мудрые указания. Куры, ко мне! Куры, ау, где вы? Никого. Ха, гав! Ну ты бы захрюкала еще. А, ула. Кукареку. Вот, продолжай. Кукареку. Да, да, так бывает. А ты что думала? Это тебе, понимаешь ли, не с косточкой на солнышке прохлаждаться. Котя. Мать. Знаешь, какой самый большой секрет? Знаешь, когда куры пойдут к тебе? Когда? Когда ты отыщешь для них червячка или любую другую кошку. А, поняла. Сейчас попробуем. Эй, букашки, червячки, ау! Апа! Букашки, червячки, никого. Порой землю, гляди, что и отыщется. Порыть? Да. Так, так, так! Нет! Какие вы петухи! Бестолковые! Вот я показал, да гордость бульдожья не позволяет. Парить? А, поняла. Видно, надо, как учила меня моя тетя Фокстыке. Обеими лапами и вот так, вот так, вот так. И шумлеклась. Эй, ты тут у меня что, я в ловушку для слона копаешь? Или все-таки червячка ищешь? Ура! Червяк нашла наконец-то! Ну, нет, нет, не зови пока! Рано, рано! Ведь первого червяка ты обязана сама скушать! Я? Да! Знаешь, завари червячка, а то ведь потом куры поналетят, и ведь тебе ничего не достанется! Как? Его съесть? Да! Мясо! Оно и есть мясо! Да! Но оно такое противное. Ну это для кого как? Впрочем, таков обычай. Ведь если петух не съест первого червяка, то и не будет главным в курятнике. Я не знаю, как там у вас в курятнике. У вас в курятнике. Но в жизни червяки это уж точно не самое главное. А что ж, по-твоему, петушина самое, что ни на есть главное? Самое главное, по-моему, это быть полезным. Полезной хочешь быть? Да. Полезай тогда обратно на забор и оповещай всех, какая погода на дворе, какие новости, который час, конечно же. Кукареку, в Украине 10 часов. Может, 12, а может, даже 15. Новостей никаких нет, а погода, надеюсь, будет хорошей. Как никаких новостей? А я почему не рассказала с восторгом на весь белый свет, что цепь и будку наконец-то занял самый достойный, самый красивый и, наконец-то, самый храбрый в мире петух, то есть бульдог. Забыла. Так, теперь поучись, как следует работать настоящим собакам. Где воры, взломщики,
Где нарушители общественного порядка? Подать их сюда. Никого. А, перетрусили. Разбежались. В слезах, ужасе и печали. Вот что значит настоящая отвага и дух. Вот что значит дух. Его ведь не спрячешь. Его как не дать. Издалека. А теперь я геройски отдыхать, а ты, о, верно подданным мне докладывай, что творится. Полезай же на забор. Что? Да вроде бы ничего. Деревья стоят себе, да стоят. Даже шуметь не стали. Попробовали бы они. Течет, а куда я сама не знаю. Я ей покажу, куда течь надо. Да и ветерок поутих. Совсем обленился. Ну а так вроде бы ничего. Хотя нет, кто так крадется вон в тех кустах? А! Кто? Кто посмел? Не допущу, разорву. Что-то лишнее. Еще одна собака от хозяев сбежала. Как еще одна? Ну уж нет, хватит у нас собак. Хотя нет, не собака. Скорее, это лиса. Лиса? Ты уверена? Да, как? А лисы нам от твоей не нужны? Ты знаешь, как-то не очень. Остановилась. На тебя глядит. И облизывается. А как это она, что, совсем? Ведь я теперь бульдог. Теперь это ты. Это я на нее. А не она на меня слюнки должен пускать. Вот и пускай. Все еще стоит? Стоит. Облизывается? Да. На тебя? Нет, на тебя. Да чего же это она, ведь я не петух. Ну как это? Ну она же не знает, что ты бульдог. Иди, да по собачьей все растолкуй. Вот еще. Не люблю я попусту языком трепать. Побегу-ка я лучше в курятник, курюшек своих спасать. Постой, ты куда? Вижу теперь собак. Ступай, прогони лесу. Вот и защити шкур. А вдруг она меня по ошибке съест? Еще перепутает с каким-нибудь там петухом. Кто куда, а я в курятник. Надежнее, надежнее. И опять я одна. Кукареку. Мяу. Эй, лиса, постой, ты куда? Может, хоть мы с тобой друзьями станем? Не уходи, ты куда? Ну вот, и она умчалась. Наверное, решила, что я злая собака. Эй, Мутя, а знаешь, кем тебе следует стать? Мне, Кия, коровой. Ну, твою присланец. Коровой? Ну да, добрый, ласковый, такой, как ты. Ну и что же ты там нужно делать? Ничего особенного. Гулять, пасти столбу и давать нам молоко. Но я не могу давать вам молоко. Ну хорошо, тогда ты будешь... Кукареку! 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 Новость века! Благородная Мотя защитила нас всех от лисы. Злодейка с позором бежала. Героиня дня награждается почетной цепью и персональной будкой. Ура! Нет, ты что, забыл? Я не хочу быть собакой. Ни себя, ни слова. Кусаться и лаять ни за что. О, но ты же не кусалась и не лаяла, когда рыжая тебя сбежала. Вот именно. А если бы злодейка тут осталась, ты еще бы на него накинулась, ты бы тогда ее не хватила. Да, тогда как? Ну что ж, тогда, вероятно, мне пришлось бы укусить злодея.
Ой, ура! Ведь все мы обязаны защищать своих друзей. Так учил меня мой дядя Доберман Пинчер. Тогда я отныне твой друг. Навсегда, Мотя. А я? А меня? Если что, ты защитила. Ведь я отныне твой друг. Хотя и помыли тренер. Разумеется, защитила бы. Большое спасибо. От всех маленьких кошачьей души. И все-таки, как ни крути, но я собака. Ведь лишь будучи на своем месте, я могу быть полезной сразу для всех. И не надо нам мудрить, сложного тут нет. Должен всех петух будить утром на рассвете. Должен кот в ушей ловить, а не спать на печке. Дом собака сторожить, в будке у крылечка. Каждый должен делать то, что умеет. Будем вместе, и никто нас не одолеет.